карточка на 128 ГБ. Ничего не видно. Ладно. Так, я тут скрою, как-то хитро, наверное, тут можно скрывать. Ага. Так, вот чип. О, заодно посмотрим, как оно в Xiaomi будет работать. Этот и включаем. Работает. Чё? Компьютер, что нам покажет компьютер? Компьютер показывает. Что-то ничего не показывает. О, появился. Просто на XP он немножко это глюкает. Съемный диск устройства не отформатирован. Провести его форматирование. Вот так. Нет. Свойства. Свойства. Ноль. Ладно. Ладно. Провести его форматирование. Так, провести форматирование. Да. О, емкость 120 гигабайт показывает. Вот же гады, 8 гигабайт сожрала. Сожрала куда-то. Что-то началось интересно. О, сейчас, наверное, на 3 года будет форматировать. Непонятно вообще, он просто может сейчас вообще заглючить. Так, продолжается запись там, нет? Это нифига не это. Не функционирует. Так, не удалось мне форматировать на моем XP. XP уже совсем не хочет работать с новыми. Где это? Куда программа делась? Так, включаем программу нашу. Блатную, навороченную. Так. Файл апгрейд. Клацаем на камеру. Что там видно, что ли? Вообще белый экран. Надо потемнее сделать, будет что-то видно. Что-то видно. Так, рефайн. Наверное, еще надо потемнее. Больше не видно нифига. О, нормально. Теперь что-то видно. Так. Ну давай, подключайся уже. Камера будет файл prepared, pre-process, icon, empty minus. Ну ладно, давай, а то что ты меня замучаешь. Ла-ла-ла, upload, firmware. Ладно, это наша зарядка сюда, и чип. Так. Давай. Ой, как долго! Ну, давай. Что-то там пиликает что-то. Что пиликает? А, он же это автоматически обновляет этот программинг камеры. Точно, вспомнил. Вот что, я думал, это он будет программу свою, а оказывается камеры программу постоянно там улучшают что-то. И вырубилась. И что дальше? Ну, теперь мы включаем ее уже, наконец, можно, да? Ну, давай. Ну, выпасит ты, блин. Во. Так. Подхом. Давай. Подключайся уже. Ну, давай.
подключайся, ты уже наконец, сколько можно ждать? И дрыть то и колотить. О, что-то там Wi-Fi пошел. Так, о, нормально. Видео такое. Туды-сюды. Так, теперь, где наши форматы? Formatting, quality, resolution, missing, resolution, default, every time, stamp, preview, auto, load, work, percent, capital, level, visual, membership, button, button, let. SD card, SD card. 122 ГБ. Так, будет видно, интересно. Так, делайся тут. О, показывает. Не может сфокусироваться. Но, чуть-чуть было. 122 ГБ. Ну давай фокусируйся, ты, блин. Ну да ладно, короче, 122 ГБ, да? Вот, формат SD карт. Формат. А еще? Конечно, шорт. Окей, давай. Так, и. И что, и все? Так быстро? И все? Пик и все? И больше ничего? Быстрое форматирование, наверное. Прикольно. Ладно. Ну хорошо. Тогда попробуем записать что-то. Что мы сможем записать? Так. Так. Вот. Запись. Записывает. Что-то записывает? Где? Ни хрена он не записывает, по-моему. Ничего он не записывает, походу. Ну да. И почему это? Потому что она, наверное, либо не отформатирована нормально, либо... Либо камера все-таки не поддерживает 120 ГБ. 120 гигабайт. Ага, это проценты, это так, так. Не хочет. Ладно. Так, значит, что мы делаем сейчас? Мы сейчас вытягиваем эту карту, если она вытянется. Она походу осталась там. Очень круто. Будем сейчас выколупывать ее иголкой. О. Не мог нажать просто. Так. Так, значит, карточка. Теперь берем прошивку, вытягиваем отсюда другую камеру. Фупи, камеру. Карточку. И суем 120 ГБ. И что у нас теперь компьютер показывает? SD-карта показывает 128. Так. Тут уже не просит форматировать. Занято. 16 мегабайт. Свободно. 20. И отформатировать нельзя, слушай, через это. Интересно. А, появился тут Android и все дела. Ладно. Так, нажали запись опять. И тут. Давай, пойдем. Так, что-то я там намутил. Вот. Что же ты мне могла намутить? Так, что он нам покажет? Фото. Во, фото какие-то делает, а видео? И видео тоже. Вот как. Слушай, а почему тогда этот говорит, что XP уже совсем не хочет работать с этим? Не хочет нисколько работать с что такая маленькая картинка. Какая картинка маленькая. О, нормалек. Ну вроде как работает с этой картой. Вот, только. Вроде
вроде все работает. Что-то такое качество непонятное. Конечно. Опять что-то настраивать надо. Ладно, вроде что-то работает. Будем разбираться.